Всем привет, с вами Квина. Мы практически уже у самого финала. Только что мы победили дикую охоту, но оказалось, Абалакнак нас предал, о чем мы имели намеки ранее. Да, только что была эпическая битва. Ох, меня ручки устали, ну, ножки устали. Ручки трясутся, потому что я думала, что он меня убьет, но я оказалась круче. Давайте продолжим. И посмотрим, что там нас ждет. Далее. Не будем отвлекаться от цели. Чего Авалак от нее хочет? Наверное, тому же, что и Эритин. Собирается использовать их, чтобы открывать ворота между мирами. Ремонтный набор на случай, если у нас что-то поломается. Цветочки. Нас нам уже не понадобится. Блин, точно, прости. Идем. Интересно, насильно ли пострадал наш меч? Черная жемчужина полезна в конце игры. Ой, что там за меч? Гавкар. Лучше, чем наш. Землетрясение. Надо спешить. Да я спешу изо всех сил. Господи, опять меч. Ну, это на случай, да, если я... Стальное оружие. Значит, я думаю... Блин, а каким оружием я сейчас боролась против этого? Сейчас глянем по урону. Ну, потому сколько он... Истрепался. Минус 30. Серебряный меч, значит. Значит, эти чудовища они все-таки. Да ну, побежали уже. Так, подожди, а я могу помедитировать? Да. Не, знаешь ли, все надо... Нет, я не могу помедитировать. Боже мой. А если мне сейчас придется биться, ладно, у меня там есть один припасенный. Давай. Этого? Этого? Почему? А, блин, оно для тебя. Рядом. Куда мне вообще? Иди за Йеннифер. Блин, Йеннифер, где ты там? Где Йеннифер? Где Йеннифер? Ёпарный бабай, где Йеннифер? Прыгай! Ладно, держусь. Ну, туда ускакала, естественно. На лошади, естественно, быстрее. Ай.
нужно прямо нам скакать, да? Хорошо. Возможно, надо было просто посмотреть, в какую сторону находится эта башня. Все. И туда и бежать. Что с ними случилось? Господи, Mass Effect, вспоминаю. Ага, у меня все зелья восстановились, это отличная новость. Так, ты тут? Где ты тут, моя волшебница? Поехали дальше. Не полезно. Ага, вот сфера, вижу на земле. А Валах вообще охренел. Такое сделать, вообще, кто мог подумать, да? Ладно, идем. Хали. Авалакх оградил башню магическим барьером. Где Цири? Снять? В лучшем случае я сделаю в нем пролом. Но только на минуту, потому что нельзя... Короче, Йен, мы войдем оба? Нет. Ты пойдешь один. Я вернусь к тебе с Цири. Ясно. Агарет! Фейрганы Агарет! Давай, Герет! Пипец! Со мной все в порядке. Иди. Иди и передай Валак мой пламенный привет. Сопряжение сфер уже было один раз, в результате которого появились все эти ведьмаки. Ну, то есть ведьмаки явились следствием, но магия появилась в мире, и все эти ужасные существа... Все в порядке с ней. И ужасные существа, и... Ох, ох. Знаете, сейчас такая минутка. Да тише перед бурем. И все эти ужасные существа появились, и магия в людях появилась. И, да, новая отметка мне очень нужна. И появилась необходимость их как-то уничтожать. Это такое, знаете, древнее событие, 100 лет, которое... Ну, 100 лет. 100 тысячи и тысячи лет, которое очень давно произошло в этом мире. И никто не видел из живущих воочию, но все о нем знают и знают, к чему оно привело. Вот это второе сопряжение сфер, которое, в принципе, предсказывали все. Предсказывали конец света, в принципе, тоже. И что с этим связано Цири. Надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Ты такой вежливый, как всегда. Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Может, он пытается остановить сопряжение сфер? Тебя пощажу. Я думаю, что ты не нападешь на безоружного. Я не был бы так уверен. У меня очень плохое настроение. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. Чем?
Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Хуй из белый хлад вообще. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. То, что уничтожает цивилизацию, белый Только хлад. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Пророчество Итлина, это же бред собачий. Не будет никакой гибели мира. Ты же видел будущее, забыл? Энтропию невозможно остановить. Миры будут замерзать один за другим. Всякая жизнь исчезнет. Авалак прав. Если я ничего не сделаю, всех нас ждет гибель. Людей, эльфов. Должен же быть другой выход. Мир эльфов просто пришел Что раньше. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. Позволь мне ее закончить. Что-то мне кажется, будет Тилси. Удачи, Цири. Тилси будет про то, как она это сделала. Может, ты бы понял. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Не заставляй меня долго ждать. Будь я Red Sea Project'ом, я бы сделала DLC про белый хлад. Ой. Неужели мы сейчас здесь поиграем в белый хлад?
Если бы ты мне шаровары магистровые показал с монограммой, может, я бы тебе и поверил. Или сказал бы, что я их стащил. Хуеплёты. Ты куда-то собирался? Верно. Ладно. Где вы встречаетесь? В избушке охотника. Старик всегда питал ко мне слабость. Он чувствовал во мне родственную душу, единомышленника, такого же добряка, как он сам. Если бы не эта язва, моя сестрица, ему бы в голову не пришло лишить меня наследства. Как там еще раз? Граф Юлиан Альф... О! Ты прямо сейчас этого графа выдумал? Даже странно, ты же вроде трезвый. Герд, ты можешь подтвердить, я всегда говорил, что я граф. Подтверждаю, ты всегда так говорил. Только никто никогда этого не проверял. А что на тебя вдруг нашло с этими графскими делами? Когда мы наконец выберемся из этой забитой досками дыры, я собираюсь напомнить о причитающихся мне землях и титулах. И что ты будешь делать с этими титулами? Ну, вступлю во владение. Очевидно, также остается вопрос потомства. А что? Уже есть на примете достойная кандидатка? Дорогой друг, сердце мое навсегда принадлежит Присцилле, известной так же, как Цираночка. Сердце может быть, но остальное? Что за инсинуации? Напомню тебе, что ты говоришь с графом. Ты, граф, лучше не возмущайся. Расскажи, как там твоя возлюбленная? Она почти поправилась. Даже снова начала выступать. Голос у нее стал пониже и появилась хрипотца, но, по правде сказать, так даже лучше. Спасибо, что ты нам тогда помог. Это много для меня значит, правда? Для этого и нужны друзья. Передавай ей привет. Обязательно передам. И поцелую от тебя. Я собираюсь поохотиться на кроликов. Лютик, присоединишься? К рагу из кролика я бы присоединился, это да. Но морозить себе гузно ради этого я не обещал. Я лучше трав соберу. Не бывает хорошего рагу из кролика без нагретого летним солнцем тимьяна, ароматного розмарина, ой. Конечно, в канун Йоля розмарин растет на лугах особенно буйно. Поэтому я пойду собирать травы в кухне. Будь здоров. Геральт, дружище. Геральт? Да. Так, что здесь написано, что где-то здесь кузнец. Ну ладно. А, блин, золото наше. Чего вам надо? Пытаешься тут словно говно в проруби. Господи, это здесь наш сундук? А? Простокваша кончилась. А что мы вчера пили после самогонки? Мою сливовицу тройной дистилляции. Я только бочку открыл, а в деревне уже все о ней говорят. Значит, жди еще гостей. Да мне бы и вас хватило. Но это правда. У нас под вечер всегда полно народу. Понятия не имею, почему прежняя трактирщица съехала в ржавку. А, мы помним, с ней был конфликт. Что продают? Неважно, что, мы все равно ничего не покупаем. Я не поняла, что там случилось с Цири. Это большой вопрос. Ну, этот поросенок выглядит, конечно, аппетитно. Зима! Надеюсь, не потому, что белый хлад. Надеюсь, Цири его уничтожила. Эй, это случайно не наше? Новое задание, верный друг. Что случилось? Да хранят тебя боги. Новое задание. Что за задание, верный друг?
убегающего коня схватить. Ладно. Блин, зимой, офигеть. Это так смотрится клево. Подумать только. Эта кляча меня признала через столько лет. Они не глупые, привязчивые. Да и люди тоже. Видал я, как офицеры над павшими конями плакали. Вопли баб и детишек их не трогали. А вот кони... Долго тебя не было? Год неполный. А кажется, будто больше. Тебя силой забрали в армию? Да где там? Захотелось мне повоевать. Мечтал, что привезу домой не только шрамы на плетине. Ну и помотало меня по свету белому. Великие битвы видал, пару славных генералов издалека. А ублюдков навидался. Не перечесть. Как император брал Новиград, я не видел, но не жалею. Император брал Новиград, да? Понятно. А любопытно мне, что я сам дома застану. За кого сражался? Да как и все. За себя. Лишь бы живым остаться. За Риданских орлов и за Имперское солнце подыхают одинаково. В грязи и вони. Нету в этом никакой славы. Вижу, лошадь попала в хорошие руки. В лучшие. Лучше, чем у хозяина не сыщешь. Что, монета, скучала без меня? Похоже, скучала. Она тебя как почуяла, сразу припустила. Хорошо, хоть никого не затоптала. А это... Не заметил случайно, никто там сзади не вопил что-нибудь про сущую кость? Так один человек только сказать может. Сосед мой Мирка. Я когда уходил, попросил его за монеты поухаживать. Надо бы к нему заглянуть, он небось нервничает. Держи-ка. Знак моей признательности. За то, что бегал за монетой. За монетой мы все время бегали. Подожди, почему не закончился квест? Да, очевидно, глюк. Он же сюда едет. А у тебя побежала лошадь. Очевидно, здесь, да, здесь. Ну, возможно, мы сейчас посмотрим, как они... Ой, точно. Губрехт! А я-то думаю, чего монета взбесилась? Полетела так, будто от овода. Рад тебя видеть, Мирка. И ни капельки не изменился. Ни капельки. Давай, заходи, раздевайся, садись к печи. Сейчас монету привяжу и вернусь с бутылочкой. Пролей сражения, а мужики жизнь отдают. Ну ладно. Где там наше следующее задание? Да, у нас только направление. Куда конкретно идти, непонятно. Как же это, мастер-ведьмак? Новый заказ? Я-то думал, что вы в прошлый раз всю округу очистили. Я иду на кроликов охотиться. Разве что так. Может, зайдете к нам под вечер? Верка пирогов напечет. Не знаю, выйдет ли. Ну, как хотите. Мы вам всегда... Он здесь уже живет, я поняла. И он в саду живет. Где доска? Почему она не работает? Я видела когда-то зимние вот эти вот места. Боже мой, как красиво! Вау! Просто не хочется уходить. Офигенно.
ушла уже. Обозлилась, что ждать приходится? Да нет, просто ее в поля потянула. Сама приготовила приманку, силки смазала. Хороший из нее охотник будет, а? Да что ты, слишком нетерпеливая. И она скорее будет голыми руками хватать кроликов и запихивать в силки, чтобы ловились быстрее. Куда пошла? А здесь она где-то. Бывай. Здорово. На кроликов охотиться больше не хочешь? Не очень. И что теперь? Ничего. Сижу вот, жду тебя. Здесь хорошо. Погоди, еще увидишь Долблатану зимой. И синие горы. Подождем до оттепели и двинемся на восток. Чё-то мы здесь засиделись. Ты хотел показать мне это гнездо Грифона, пока мы не уехали. Пойдем сейчас. Тебя правда это интересует? Конечно. Ты сам говорил, что королевский Грифон – существо редкое. Не такое уж и редкое. По дороге к Каэр-Морхену мы еще одного-двух наверняка убьем. Но если хочешь посмотреть гнездо, то оно здесь, на холме. Пойдем. Наша ласточка жива. Хорошо. Мы собирались немного потренироваться. Ага. Может, завтра, прямо с утра? Буду тебя гонять, как в старые добрые времена. Тебе, кажется, давно не напоминали, сколько всего тебе еще надо выучить. Ну вот, мы почти на месте. Где мы находимся, интересно? Сломанный мост. Покинутая деревня. Тут мы все оббегали. Это Геральт. Не пустил Цири первого. Терпеливый какой. Мне в этой игре просто все нравится. Персонажи, как нарисованы, какая внимательность деталей. Мне лично во всех, во многих РПГ меня раздражают модели. Они... Вот нету мелких деталей. Они такие, знаете, как будто вот слепили разные картинки друг с другом. Углы отходят, в общем. Не повезло. Что, чей-то труп опять нашли? Следы старые, но... Теперь внимательней. Давай хоть сейчас без лекций. Цири, подожди. Там что-то... Оставь меня в покое. Цири! Не взялся у нас щит. Ну что?
Будь он чуточку быстрее, распорол бы тебе плечо. Не распорол! Мы его убили, так в чем дело? Ты была зла, хотела разрядиться. Но если будешь так неосторожна, в следующий раз... Не будет следующего раза, понятно? Сири, в чем дело? Извини, это просто неподходящий момент. Вернемся в корчму. Ладно, хватит. Идем ловить рыбу. Что-то она не договаривает. Что-то вот что-то. Чувствую, мы там не добрали танцор. Так. 21 шанс критического удара, шанс вызвать ключи. Ну, неплохой. Урон выше, а так... Если мы принесем жирную щуку, может, Лютик перестанет вздыхать, где мое рагу из кролика? Жалко, он не выбрался с нами. Ему бы не помешало немного размяться. Что удалось? Я вообще не представляю на охоте Лютика. Фиолетового мстителя. Лед на этом озерце должен быть еще не очень толстый. Ага. Сири, поговори со мной. Как ты ее ловить-то собираешься? Увидишь. Бомбами. Ну чё, главное, что она жива. А что меня? Медведь? Уходим? Ну уж нет. Место тут отличное. Наверняка тут щуки полно или лещей. Или головлей. Ты как насчет головлей? Я бы с удовольствием. Ну что теперь, будем ждать, пока он уйдет? Нет, мы его спугнем. Как? Буду импровизировать, подожди здесь. Бросить бомбу, что у нас есть? Господи. Боюсь, что мы его таким... Это старый ведьмачий способ на случай суровой зимы. Не особенно аккуратный, но... Эффективный. Ага. Запомни, никогда так не делай. Тогда зачем ты мне это показываешь? Ну, на всякий случай. Никогда не знаешь, что встретится на пути. Рыбу встречаем. Так. Лед. Осторожно. Дохлая. Ну, одну мы взяли. О, синий лед. Прикольно. Хорошо, не желтый. Ну ладно, пойдем. А тебя кто научил? Весемир. Давным-давно. Как давно? Очень. Когда я на полном серьезе собирался называть себя. Геральт Роже Эрик Диод Бельгарси. Что? Я тебе вечером расскажу. Это тогда ты поспорил, что спрыгнешь на коня с крыши Каэр Морхена и сломал ногу? Ты откуда знаешь? Эскель рассказывал. Я бы хотел услышать твою версию. У тебя же наверняка есть какое-то разумное объяснение. Нету. Помнишь? Ты никогда не носил меня на закорках в Каэр Морхене. Только весь мир соглашался. И ты ждала до сих пор, чтобы это припомнить? Набирала вес?
Цири. Возвращаемся. Удивительно чуткий ведьмак. А помнишь, как я тренировалась на маятнике? И как я боялась, что не справлюсь, а ты запретил мне сдаваться? Я ходила потом вся в синяках. Маятник для меня был просто кошмаром. Очень она сама хотела. Тебя. Эти месяцы в Каэр Морхене пролетели так быстро. Жалко, мы тогда проводили так мало времени вместе. Пойдем. Да чего красиво, офигеть. Вообще, зима, конечно, сама по себе красива, но так красиво ее в игре сделать, это надо быть гениями. Да. Что там за люди? Нильфгард. Я почти смогла забыть, что это сегодня. Геральт, они приехали за мной. Я еду в Нильфгаард, к Имгын. Я знаю, ты этого не ожидал, но в Изиме мы с отцом долго говорили, спорили. Потом он прислал письмо Свистовым. Сначала я тебе не сказала, потому что ничего не решила, а потом я поняла, что мне больше нельзя убегать. Что если я хочу что-нибудь изменить, гоняясь за чудищами по заброшенным деревушкам, я ничего не добьюсь. Я должна это делать оттуда, из Нильфгаарда. Ты сама приняла это решение? Хочешь спросить, не повлияла ли Йеннифер на мое решение? Нет. Невероятно. Она вообще знает? Нет. И в этот раз я бы не хотела, чтобы она вмешивалась. Сама и это скажи. Ты могла сказать мне раньше. Я хотела тебе сказать, но не знала как. Я была здесь так счастлива. Я боялась все испортить. Я запомнила каждую минуту. Значит, об этом ты говорила у гнезда Грифона? Я не хотел ничего вытягивать из тебя силой. Потому что думал, что у нас еще есть время. Очень много времени. Ты действительно этого хочешь? Да. Судьба у него ты такая. Ты не попытаешься меня удержать? Не увезешь силой в синие горы? Не затем я объехал за тобой полсвета, чтобы тебя к чему-то принуждать. Знаю. Все у тебя будет хорошо, ведьмачка. Не надо прощаться. Мы и не прощаемся. Не знаю, когда мы увидимся. Ты знаешь, где меня искать. Не будешь же ты все время сидеть в Каэр Морхене. Ты что-нибудь придумаешь. Это правда. Помни, чему у него порталы учил. Есть, раз и там приехала. Это тоже может пригодиться. Проблема прям. Как будто навсегда расстается. Вот если бы она не вернулась из мира Хлада, тогда бы да. Ну, этот мир надо спасать, и спасет его королева Цирилла.
Я только надеюсь, что он не выйдет замуж за вот этого полководца страшненького. Бабушка ее была королевой все-таки. Правильно, если она станет королевой. Конечно, она всегда хотела быть свободной. Но огромная страна зависит от нее. Ну, то есть, не была бы она королевой. Все было бы плохо в этой стране. Вот так она может принести. Война с Нильфгардом закончилась полным торжеством Южного Запада. Лишенные тактического гения Родовида, королевство Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Энклифа. Черные знамена взвелись над Ленинградом. Измученный неустанными набегами тимерских партизан, Эмгыр Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего лидера. Тимерцы сложили оружие, а император, благодаря этому, смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, тимерцы вновь обрели свою отчизну, а история, которая уже раз показала, сколь любит причудливый сюжет. Расправившись с Родовидом, Эмгыр Вар Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов, император не знал жалости. Вот поэтому его надо сменить. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керрис начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственном отче. Феминистическая игра. Народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Спустя годы скитаний Цири вернулась в свой настоящий дом, Нильфгард. Император Эмгыр собирался сделать ее своей наследницей. Надо сказать, что у девушки были к этому все предпосылки. От кровного отца она получила острое политическое чутье, а от Геральта ей досталась обычная людская порядочность. Эти черты у монархов редко встречаются вместе. В то время как короли передвигали границы, Геральт и Йеннефер вели спокойную жизнь вдали от большой политики. Их дни протекали неспешно, в кубках и долгих разговорах. Завтракали они уже хорошо за полдень и, конечно, чаще всего в постели. Скучно, скажете? Может быть. Но оба они не желали ничего больше. Чудесная игра. И мы с вами, конечно, пройдем дополнения. Их будет два основные. Первое в октябре будет. То есть уже совсем скоро, через две недели. Ну, то есть, когда это видео выйдет, может быть, уже совсем-совсем скоро. Когда я снимаю, это через две недели. И потом будет в начале 2016 года, не помню точно когда, может в январе, феврале. И мы, естественно, тоже пройдем следующее дополнение. Спасибо! Спасибо, что пережили вместе со мной это приключение. Мы принесли мир в этот мир. Я надеюсь, пару королев посадили на трон. Уничтожили кучу монстров страшных. Выполнили все ведьмачьи заказы. Спасли мир от белого хлада. Выполнили предназначение. Практически сделали сопряжение сфер, из-за которого, конечно, куча монстров еще появилась. И практически уничтожили мир, пытаясь его спасти. Всем спасибо. Всем пока.